Вятские старости. В этот день, 100 лет назад, вятские газеты писали: на углу Николаевской и Спечинской улиц построена посредине дороги огромнейшая водонапорная будка, загораживающая проезд по улице. Так как будка построена из пустотелого кирпича, то внешний вид ее производит крайне неважное впечатление. Обезображивать улицы, впрочем, вошло у городской управы чуть ли не в обычаи. Кстати сказать, ни у одной из водонапорных будок не имеется стоков для воды, разливаемой при наполнении ведер и бочек. Поэтому около всех будок всегда стоит непролазная грязь и сырость. 100 лет назад в Вятке процветали бюрократические порядки. В подтверждение этому – статья в газете «Северное слово». Вятский цеховой Пенкин в течение нескольких дней обращался в ремесленную управу за паспортом для своего сына. Но каждый раз получал отказ, так как в управе не было ремесленного головы Попова. Все просьбы поторопиться с выдачей паспорта оставались без результата. Задержка в данном случае едва ли имеет какие-либо основания, а, скорее всего, объясняется теми порядками, какие существуют в управе. Газета «Вятская речь» 100-летней давности сообщала жителям Вятской губернии о появлении в одном из уездов очага заразной болезни, уносящей жизни малолетних детей. Нас просят обратить внимание на свирепствующую в селе Подеряне Яранского уезда и соседних селениях эпидемию дизентерии. В виде иллюстрации указывают на то, что в одной из деревень за неделю умерло 7 ребятишек. Уездная управа и медицинский персонал соседней Руткинской больницы не принимают каких-либо экстренных мер для прекращения эпидемии, и она начинает принимать угрожающие размеры. Обращаем на это внимание, кого следует, а главным образом Яранской уездной земской управы. Вятские старости.